чисто. Хорошо, узор. Почетное право перерезать ленточку было предоставлено прокурору Татарской межрайонной прокуратуры Илье Черкас и ветерану органов прокуратуры Тамаре Курбатовой. На выставке представлены фотографии Татарской межрайонной прокуратуры и ее коллектива в разные годы, элементы формы младшего советника юстиции и другие экспонаты. Ветераны с гордостью говорят о том, что наша прокуратура всегда являлась кузницей кадров. Я пришла в прокуратуру работать, когда еще было совсем другое законодательство, и, возможно, тогда было легче в том смысле, что оно было не такое объемное, как сейчас. Сейчас сама знаю, что хоть и на пенсии, но стараюсь все-таки следить. Законодательство меняется очень часто, и поэтому тем работникам нынешним, которые сейчас работают, конечно, в какой-то степени может быть сложнее. Статус межрайонной татарская прокуратура получила в 1969 году. Такое название связано с осуществлением надзора как на территории татарского района, так и на территории самого города. До 1999 года прокуратура располагалась в деревянном одноэтажном строении по улице Ленина. Ее расположение было обусловлено тем, что в соседнем здании находился суд. В настоящее время татарская межрайонная прокуратура располагается в здании по улице Урицкого, 65А.